Всем привет, с вами Пертурабо, и сегодня я хочу показать вам бой 3 на 3, но он будет необычным. То есть, по сути, этот бой был 3 на 3, но играли 2 на 2. Со мной в команде был Джанди Электро за Хаус, я за Космодесант, и Михал Поутрон за ИГ. Против нас Фрости за Сестер Битвы, Вавар Маргулис, он же Вульф, всем уже знакомы за Некронов. И Охотник, ну, друг и тиммейт Механайза тоже за Некронов. Думаю, ну, многие уже запомнили Охотника. Прикол этого боя был в чем? В том, что наш Г, ихная сестра, полные нубы, нули. И то есть наш ГЭшник будет бахаться с сестрой, вот так вот идти и бахаться как бы один на один. И мы с Джанди будем бахаться против Вульфа и Охотника. То есть, по сути, на этой карте 3 на 3 будет происходить два боя 1 на 1 и 2 на 2. Вот. Ну и исход его вы сейчас увидите. Против нас два некро с Джанди. По сути, это имба. Имба имбовая. Это тогда через одного пака сымов, ФК, стандарт. Джанди воткнул ген, покупает лоха. Вот. Ну, тут Фрости выводит сестер. Татуированных. Все, иду одним паком само, в принципе, в атаку. Смотрю, кто против нас. Не дает тут Охотнику взять реликт. Он покупает НВшек, покупает СНЛ. Вульфа НВшки стояли, покупается НЛ. Ну и тут вот сестра на массива говна знатно. Я когда увидел эту кучу, немножко офигел. Ну иду, в принципе, помогать Джанди. Бахнуть всех этих сестер. Вышел у меня ФК. Ну, в отличие от ихной сестры, наш ГЭшник хоть что-то знал. Ну, в смысле того, что он знал, как вкачать гварде гренки. Больше этого ничего не знал. То есть, вот плюс нашего ГЭшника, он вкачал себе гранаты. Все, больше у него плюса никого нет. Он еще и нас вот раскидывал. Выходит, у меня еще один пак сымов, потому что там два некрона, нужно было давить. Убивать, идти в атаку. Мне ставил Taking Hold, как вы видите, вот, царь горы. Иду захватывать крит. Ну, а тут ездию пока точки захватываю, беру реликт. Это, если брать какой-нибудь сюжет, то это, наверное, Имперская гвардия и Космодесант поддались Хаосу, перешли на пути Ереси и воюют против Некронов, которые смогли подчинить каким-то образом сестер. Ну, потому как по новому Бэку Некрон это уже разумные, то есть по старому Бэку они служили Ктанам. Вот. И их задача была уничтожить все живое. По новому Бэку они разумные и презирают Ктанов. И они пытаются всех поработить снова. Но они используют в своих целях как оружие, в общем, ктанов. Вот, а безмолвный царь, это самый главный, Некрон. Он пытается... Ну, у него нету задачи уничтожить все живое. Он, наоборот, хочет сохранить плоть, жизнь, чтобы... Когда... Ну, то есть, в общем, его цель... Взять тела всех живых и попытаться перенести души Некрона в эти живые тела. Из металлических. Вот. Ну и каким-то, наверное, образом они смогли подчинить сестеры и сестры битвы... Сейчас за ксеносов. А слуги хаоса пытаются уничтожить ксеносов. Я, естественно, всегда за хаос, так что в этой, скажем так, ситуации, если так придумывать, то я лоялен хаосу. Ну и Джанди, и себе, естественно. Несмотря на то, что я и играю.
Джанди играет, в принципе, так же, как и я, через два пака. СМ-авторка у него, ХСМ, СМ. Все, крит наш, через 6 минут мы победим. Но если они, конечно, его не снимут. И вот пошли обилки. Шифт, соляра. Ну вот тут вот наш ГШник немножко решил нам помочь. Совсем чуточку, и то там шифт, там дамага никого нету. То есть, по сути, мы могли просто 6 минут продержаться, и ГШник просто центр так вот затурелить весь. Даже если бы... Ну, хотя тут два некра, тут вот сюда бы соляра, сюда, и все, все турки неактивны. Ну все, центр мы полностью отжали. Ну, в принципе, на Т1 у некры это не так уж трудно, некры медленные. В основном сейчас они, что охотник, что вульф, дерутся одними энебами. Тут, кстати, в апсах сидел еще Механайз. Комментировал. Очень весело, смешно. Видите, тут, по сути, бой идет сестра против ЭГЭ, и мы против некронов. Я тут специально остался в центре, чтобы если попытаться снять крит или вот армия охотника пройти сюда, я мог хоть чем-то, ну, отбить. Иду в Т2, строю оружейку. Охотник идет в Т2, вульф уже в Т2. Джанди идет. Ну, то есть, по сути, мы все втроем практически одновременно идем в Т2. Вот, свежаки пошли от вульфа. Иду в ближку скаутами, чтобы вязать НВшек и расстреливать их сэмами. Но прыгает НЛ, кидает соляру и приходится отступать. Тут у меня ФК немножко забагал, не смог сразу выйти. Ну, в принципе, выходит, я вот цепляю к скаутам, он отходит нормально. Вот кидает еще одну соляру, это вообще кошмар. Две соляры уже. Доходит у меня плазма, есть Т2, покупаю гранатки. Качаю, естественно, своим самым плазму против некронов. Потому что я знал, что тут, в принципе, наш ЭГшник будет бахаться с сестрой, а мы остались против некронов. Ну, естественно, нужна плазма. Тут я сейчас, наверное, не законтролит Нева, но вовремя использует шифт и спасает его. Ну, реликт у нас... Реликт. Крит сняли у нас. Отсчет остановленного. Почему тут охотник не захватывает? Ну, тупит, наверное. Все, плазма у меня качается моим сымом. Строю сразу же еще машинпиль, чтобы была машинка. И, в принципе, у меня вот один скаут выживает. Я его пополняю. И сейчас буду снова захватывать крит. Отцепляю ФК. Как вы видите, наш ЭГшник в Т1 крит не застроил, но зато выкнул турку. Профессионально. У охотника пока НВшки не вкачаны, стоят на автор-инфорсе. Ну и подходят мои СМы. Сейчас еще полетят гранаты от меня. Вот, первая граната прилетела. Вот, вторая граната прилетела. А нет, это была, видимо, граната Джанди. Вот моя сейчас прилетела сюда. Тут духи, свежаки, ну и приходится быстренько отступать. Выходит краб Джанди. Покупается машинка. Джанди уже машинка вышла, чуть побыстрее. Выходит дестройер. Вот это вот уже новость вообще неприятная, так как у меня сейчас антитеха нету, у меня все вкачано в плазму. И, в принципе, антитеха никого нету. Ну, покупаю глайдеры сразу же. Еду на центр, чтобы в ковре бахаться.
Тут вот кто-то отправил КС на смерть. Иду в Т3. Джанди уже в 50% в Т3. Охотник пока в Т3 не торопится. Вульф идет в Т3, у него уже готов монолит второй. А у охотника пока этого нету. Он покупает дестройеров. Кто-то сливает Энева. Моя машинка еще наехала. Проехалась по нему. Потно. Все, снова отсчет наш идет. Я ему еще это вспомню. Я не знаю, кому. Ну, может быть, мне говорит Дима. Не знаю. Наш ИГшник тут психанул, реликт он захватывает, ой, ну и застраивать не собирается, в Т2 идти тоже. Идет куча гварды и вся с гренками. Ну и в принципе опять пытаемся выиграть по тейкен холду. Центр наш. Т3 идет. Прокачка сымов идет. Идет тоже в Т3 охотник. И, ну и готовится, в принципе, некрона к врыву. Тут вот 2 бегестера, 4 духа. Бессмертные. Они же мортовые. Ну и готовится к врыву. Наши противники, некроны. Краснолицы. Тирена Ланнистер, это я. Прошу энергию, сотню, быстро, мне нужно было Т4. Пишу фаст. Но мне так никто и не скинул, все зажадили, все жадины. Ну, Т4 начинает идти, скидывают аблитов Джанди. И тут выходят у него поседы, сажают своих в машинку. Тут меня тупят, не вылазят они. Вот, наконец-то вылезли, пак все равно залез один. Этот баг просто раздражает, на самом деле. Ну, в принципе, охотник в Т3, у него пари идут. У Ульфа что-то пока пари нету, он идет в Т4. Накопил на энергетический контур. Ну идет врыв на мою базу. Ну а тут у них своя война вообще. Пот. Строю орбиталку. Вот тут у меня машинка встала, я не знаю, что, я приказал ехать вот сюда, но что-то остановилось. Шикарно. Вот тут я остановил ее сам, вылез, начал спокойно бахаться. Мои сымы пока в безопасности, относительно. Иду в ковер. Не дают мне зачем-то построить мою артефактницу. Все, Т4 есть, можно покупать Вендрайдер. Все, да, дройдет, сразу же покупаю, ну, выходит капеллан, качаю лимит. Пишет Вульф Лэнд. И вот сейчас решающий момент, выйдет ли у меня Вендрайдер или мне снесут машин пит. Выходят на терминаторы. Это вот решающий момент. Тут вот Джанди еще сзади прикрывает. Машинку мне сносят. Кидаю гранаты по максимум, по парям. Станю их. Высаживаю терминаторов, тоже стреляю по парям. Ставлю строителей на авторинфорс, тут не видно. И все, правлю на свой машинпит. Надо, чтобы было вычинен он. Если его уничтожат, ГГВП можно ливать, в принципе. Ну, опять же, тут, конечно, Джанди, кстати, подходит. У него есть принц, но все равно. Лэнд нужен был. А, это даже не принц, это... Аучи. Ну тогда проблем никаких. В принципе, не было бы, но все равно.
тут уже есть Мона у Вульфа. Лендрайдер был обязательным. Пока тут творится анархия. И Вульф, и Охотник забыли про мой машинпит. Пока моего строители аккуратненько отчинивают и постоянно покупаются. Покупая серых, покупая ФК, сразу остатки моих сымов берут на себя дамаг, и все, Джига выехал. Лендрайдер выехал. Серые вышли. Реликт мне пока так никто и не снял. Можно идти в атаку. Базу отбили. Потери есть. Минус пак сымов. Второй практически уничтожили. Убили ФК. Терминаторы. Всего два выжило. Цепляю своего капеллана к серым и иду в атаку. Ну, тут стоит Биг Дестер. Ой, лорд-уничтожитель, какой Биг Дестер. Быстренько мои сымы бахают с лендрайдером его и идут в атаку, так же как и Поседы, Джанди, покупая кучу черепков, нужно было это говно станет, выходит еще один монолит. Но он уже покоцанный, так как тут орудует овчи крови Джанди. И мы всем, чем есть, врываемся. Все, я тут застанил Мона. Но я не знал то, что при стане Мона все-таки может телепортироваться, и Вульф это делает. На мой взгляд, лучше бы Вульф туда телепортнулся, но... Он потнулся к себе на базу. Его решение. Вот, мне летит еще один черепок. Тут среди выстрелов. Его бахнули. Обидно. Ну, вышел ФК. Покупаю еще черепки. Вот, они тут стоят на авторинфорсе. Зато ИГшник вышел в Т2. Сестра тут релик захватывает. Пот. Вот у них там на краю пот. И все, мы вместе переходим в атаку на охотника. Все наши армады идут, еще черепки, которые станет монолит. Все, монолит уничтожен. Тут пытается похитить хищник, лорд-уничтожителю Джанди. И в принципе похищает. Идут гранаты. Сестра пытается помочь своим союзникам. Кидает гранаты по моему лендрайдеру. Но приезжает АШГшник, видит это. То, что пак селестиянок пошел на помощь некронам. Тут вот Химерка, Цербер приехал, который уже, в принципе, конечно, бесполезен, но все равно, хоть попытались помочь. Покупаю в орбиталке дредноуты, кидаю орбиталку по генераторам, по энергетическому контуру. Все, Мона уничтожен, но охотник успевает скинуть еще один базу к Вульфу. Мои серые еще не поглибы с капелланом, бахаются, скидывают дредноутов прямо на Мона к Вульфу. Нужно было его быстрее бахнуть. Эту огромную медленную турель. Пытается похитить у меня дредноут и похищает Вульф, но что это дает ему? Ничего. У меня покупаются еще дредноуты. Все, минус хищник. Уйдут это не за контролем, тут это за хищник, все. Охотник убит. Вульф тут тоже не за контролем, не стал быстренько строить. Монолит охотника и все. Вульф тоже ливнул, понял, что тут все кончено. Хаос оказался сильнее. Пишет хе-хе-хе наш Нубас. Чего он пишет хе-хе, я не знаю, еще на это внимание обратил. Охотник, вот смотрите, он в Т2, воткнул два штаба, воткнул три турели, четвертую строит. Сидел вот в этом штабе. Ну и сестра не лучше, конечно, вышла в Т2, строила три турели, но зачем, непонятно, не ясно. Покупаю еще терминаторов. Флаг сестер битвы снимают гвардейцы-еретики. Как говорится, за хаос, за темных богов. Все. Флаг снят. Пытается тут вот гвардейцы вогрузить свой флаг, но не успевает.
С другой стороны тут подпрыгивает Аучищий. В полете. Рычит. Видать, хотел с размаха ударить главку, но, в принципе, он выходит. Статистика, кому интересно. Вот такой вот был бой, довольно необычный. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо всем, кто посмотрел, и всем пока.